Здравствуйте, друзья. Шкода Суперб 2013 года. Хотел бы показать, как включаются дневные ходовые огни. Вот этот рычажок на себя и вверх. И через пару секунд включаем зажигание. Прозвучит звуковой сигнал. Все, ходовые огни включены. Аналогично также выключать рычаг на себя и вниз. Включаем через пару секунд зажигание, ходовые огни выключены. Сейчас я вам это продемонстрирую. Берем рычаг на себя и вверх. Прошло пару секунд, включаем зажигание и ждем. Все, прозвучал звуковой сигнал. Дневные ходовые огни включены. Спасибо за внимание. Надеюсь, что кому-то пригодится.